Всем привет! В этом ролике мы расскажем вам о 5 лучших букмекерских контор для ставок на спорт. Мы с нашей командой сделали сравнительный анализ множества БК, чтобы предоставить полную картину пользователю и помочь разобраться, где же надежнее делать ставки. Не стоит небрежно относиться к выбору букмекерской конторы, ведь вы доверяете не только свои деньги, но и конфиденциальную информацию о себе. Так что если вы хотите начать зарабатывать на ставках, наш топ лучших БК вам в помощь. Ссылки на все букмекерские конторы из топа находятся в закрепленном комментарии под видео. А мы начинаем. 5 место. Лига ставок. Букмекерская контора Лига ставок – это российская компания, которая была основана и начала работать с 2007 года. БК Лига ставок принадлежит обширная сеть обычных стационарных пунктов приема ставок во многих российских городах. Коэффициенты и маржа. Самые высокие лимиты ставок на чемпионат России по футболу, что обусловлено тем, что БК Лига ставок – официальный партнер РФС и РФПЛ. Контора старается предлагать самые высокие коэффициенты и обширную роспись на российский футбол. Из минусов можно отметить только лайв. В лайве линия у Лиги ставок не такая привлекательная, да и сам сервис работает медленнее, чем у конкурентов. Линия. Линия букмекерской конторы Лига ставок обширно предоставлена ведущими чемпионатами и турнирами по всем основным видам спорта. Фишкой оператора ставок стали маркеты на политику и шоу-бизнес. Для тех, кто не интересуется спортом или просто хочет поставить на результаты выборов, лауреатов престижных премий, Оскар, Грэмми, Нобелевская премия и так далее. Методы платежей. У Лиги ставок есть несколько вариантов пополнения счета. Банковские карты Visa, MasterCard, электронные кошельки, мобильные операторы. Служба поддержки. Служба поддержки компании работает по бесплатному телефону горячей линии, размещенному на сайте, а также электронной почте. В нижней части сайта также есть лайв-чат для решения каких-либо несложных вопросов. Бонусы. У БК есть акция «Экспресс дня». Ежедневно линия БК Лига ставок предлагает экспрессы, на которые повышен коэффициент. Беспроигрышная первая ставка. БК дает возможность сделать ставку, совершенно не переживая за исход. Ведь если пари не сыграет, она вам вернет на счет средства до 2021 рубля. Также сейчас действует акция «Приведи друга и получи 500 рублей». Ссылка на данную букмекерскую контору находится в закрепленном комментарии под видео. А мы идем дальше. 4 место. Melbet. Melbet – международный онлайн-букмекер, который был основан и зарегистрирован в 2012 году на территории Великобритании. Данная БК пользуется популярностью и в русскоговорящих странах. Коэффициенты и маржа. Средние коэффициенты по рынку. Топовые футбольные матчи котируются у Melbet в пределах от 4 до 6%. Хоккейные события, вне зависимости от уровня матча, идут с маржей 5-6%. Линия. Линия у Melbet насыщенная и обладает богатой росписью всевозможных спортивных событий. Предматчевая линия дается на несколько туров вперед. Еще один плюс в копилку достоинств букмекера. Для спортивных событий топ-уровня есть варианты ставок на статистические показатели. Методы платежей. Букмекерская контора Melbet предлагает 64 способа пополнения игрового счета. Банковские карты, Visa, MasterCard, электронные кошельки, мобильные платежи, платежные системы, обменники электронных валют, терминалы оплаты Kiwi, интернет-банкинг и даже криптовалюты. Минимальная сумма пополнения рублевого счета в БК Melbet 50 рублей. Служба поддержки. В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем при игре на ставках, клиенты могут обратиться в службу поддержки. Консультация проводится круглосуточно. В онлайн-чате на сайте, в приложении для мобильных устройств и по электронной почте. Бонусы. Приветственный бонус. Для получения вознаграждения нужно заполнить все поля в личном кабинете, внести депозит от 10 евро и поставить всю сумму на событие с коэффициентом не меньше 1,5. 100% возврат экспресса. Для участия в акции нужно сделать экспресс-ставку из 7 спортивных событий или более. Также есть VIP-кэшбэк. Программа лояльности. Всего в системе лояльности 8 уровней, от которых зависит размер кэшбэка. Ссылка на данную БК находится в закреплении комментарии под видео. 3 место. Pinup.ru.
Бэкапина появилась на рынке в 2020 году. С этого момента она официально вошла в СРО и стала работать через ЦУПИС. В результате компания смогла привлечь известных людей в качестве партнеров, а также подготовить щедрые бонусы, коэффициенты и маржа. По этому критерию Пинап подобрался к лидерам. Понятно, что привлекательность котировок зависит от дисциплины, соревнований и конкретного события, но на топ-матче маржа действительно невысокая и находится на уровне лучших БК. Футбол от 2 до 3% на сильнейшие чемпионаты стран Европы. Хоккей от 2,5 до 3,5 на КХЛ и НХЛ. Линия. На сайте доступны пари почти на все известные спортивные дисциплины, включая киберспорт и долгосрочные исходы. Турниры тщательно прорабатываются, ведь есть достаточно малозначимых футбольных лиг, челленджеры и фьючерсов в теннисе. При этом роспись на эти соревнования не всегда скудная. Добавляется достаточно вариантов на фору, тотал, игровые промежутки и прочее. Методы платежей. После подтверждения личности у вас появится возможность перевести деньги на баланс в БК. Пополнение происходит из профиля в разделе «Баланс» и по кнопке «Депозит» на главной странице. Доступны основные способы ввода средств. Карты банков, Kiwi кошелек, Яндекс, WebMoney, Сбербанк онлайн, баланс мобильного. Служба поддержки. Техническая поддержка консультирует клиентов по телефону, электронной почте и в онлайн-чате на сайте букмекера. Ответ на тестовое обращение по email пришел через 1.5 часа, а в чате консультант появился через минуту. Бонусы. Пинап дает новичкам бонус до 30 тысяч рублей, 100% к размеру первого депозита. Бонус отыгрывается с котировками не менее 1,7 и доступен в течение месяца. Отметим акцию, в рамках которой можно получить дополнительный выигрыш, если в купоне минимум 4 события с кэфами выше 1,5. Переходите по ссылкам в закрепленном комментарии под видео, регистрируйтесь и начинайте играть. Идем дальше. Второе место. 1win. БК 1win появилась в 2016 году, но фигурировала под другим именем. Спустя 2 года после регистрации компания получила свое привычное имя. Коэффициенты и маржа. По сравнению с конкурентами, коэффициенты весьма неплохие. Особенно это касается популярных событий, где маржа составляет 3-4%. Остальные рынки имеют средние значения и варьируются в диапазоне 7-9%. Линия. В линии предлагают не только популярные виды спорта, но и менее известные дисциплины, например, флорбол или водное поло. Раздел достаточно крупный, поэтому для удобства доступна сортировка по соревнованиям. Наиболее интересные события отмечены значком огня. Методы платежей. 1win – букмекерская контора, поддерживающая более 10 популярных платежных систем. Пополнить и вывести деньги можно многими способами, начиная от банковских карт и заканчивая мобильными переводами. Служба поддержки. Поддержка позволяет решить всякие проблемы, связанные с работой сайта или с аккаунтом в букмекерской конторе. Сотрудники достаточно быстро готовы дать ответ на тот или иной вопрос. Бонусы. Новые клиенты могут получить до 500% к своему первому пополнению средств, но не больше, чем 25 тысяч рублей. Деньги поступят на бонусный счет, а после отыгрыша переведутся на основной. Вторая акция стимулирует игроков ставить экспресс-ставки. Если собрать купоны с 5 и более событий, то в случае выигрыша клиент букмекерской конторы получит дополнительный процент к итоговой сумме выплаты. Напоминаю, что ссылки на данную БК и на все остальные из данного топа ждут вас в закрепленном комментарии под видео. Переходим к первому месту. Пари-матч. Букмекерская контора Pari-Match основана в Киеве в 1994 году. За более чем 20 лет своей деятельности букмекер Pari-Match стал одним из ведущих игроков на рынке интерактивных ставок постсоветского пространства. Сейчас Pari-Match стремительно завоевывает международный рынок. Коэффициенты и маржа. Коэффициенты держатся на достойном уровне, если сравнивать по рынку. Маржа Pari-Match разнится в зависимости от выбранного вида спорта состязаний. От 1 до 8% для футбола, при этом наименьшее значение касается Лиги Чемпионов и Евро. Средние показатели для баскетбола составляют от 3 до 5%. Линия. Над составлением линии работают специалисты аналитического раздела, беря во внимание авторские источники. Наиболее широко представлены следующие виды спорта: футбол, хоккей, бокс, гандбол, волейбол, теннис и баскетбол. Кроме того, можно заключать пари на события из мира политики, кино и культуры. Методы платежей.
Backup Arimatch поддерживает множество платежных инструментов, включая банковские карты, электронные кошельки, мобильные платежи, терминалы и оплату наличными. Служба поддержки. Региональные версии сайта Parimatch имеют локальные языковые версии поддержки. Например, пользователям из России доступна поддержка только на русском языке. Варианты связи с саппортом. Адрес почты, номер горячей линии и онлайн-консультант, доступны через веб-чат в режиме 24/7. Бонусы. Все бонусы Backup Parimatch условно делят на несколько категорий. Приветственные, начисляемые в виде денег на бонусный счет новым клиентам, которые внесли депозит на определенную сумму. Индивидуальные бонусы и поощрения в рамках реферальной программы. И бонусы, начисляемые в рамках программы лояльности. Также из интересного могу еще отметить конкурсы прогнозов. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Напоминаю, что ссылки на все букмекерские конторы из данного топа вы найдете в закрепленном комментарии под видео. Всем пока!